Хингаль или плов? Хингаль. Конор или Хабиб? Блин, Конор. Барселона или Реал? Барса. Отец или муж? Отец. Семья или любовь? Семья. Деньги или любовь? Любовь. Apple или Xiaomi? Apple. Кола или Пепси? Кола. Бэтмен или Джокер? Джокер. Гости или Queens? Queens. Метро или такси? Такси. Оптимист или пессимист? Оптимист. Спать или есть? Спать. Кошка или собака? Собака. Сын или дочь? Дочь. Мерседес или BMW? Мерседес. Лада или Шевроле? Шевроле. Месси или Роналдо? Месси. Танцевать или петь? Танцевать. Макро или корзинка? Корзинка. Паралич или самоубийство? Паралич. Трамп или Путин? Путин. Готовы ли честно отвечать на все вопросы? Да. Ты свободна? Да. Сколько тебе лет? 22. Какой ты национальности? Чистокровная азербайджанка. Ты националистка? Нет, абсолютно отношусь лояльно ко всем нациям. Веришь в гороскопы? Да. А в Бога? Да. А в инопланетян? Нет. Ходила к гадалке? Да. Наводила порчу? Нет, скорее отчитывалась. Кем работаешь? Никем пока. Ты сама себя обеспечиваешь? Нет, родители. Сколько тратишь денег в месяц? Ну, если брать в среднем, то 500. Сколько зарабатываешь? От 1500 до 2000 стабильно. Ты росла в полноценной семье? Да. Вещи, которые ты никогда не сделаешь в Инстаграм? Не выложу фото в бикини и свою будущую семью, детей, мужа. Принимаешь подарки от парней? Нет, если только это не цветы, то по доставке. Насколько ты ревнивая? На 100% ревную всех своих друзей, друг другу тоже. Ревность тебя напрягает? Да. Выберешь состоятельного мужа? Если станет вопрос несостоятельного или состоятельного, разумеется, состоятельного. Когда-нибудь первой признавалась в любви? Нет, никогда. Сможешь простить измену? Нет, никогда не прощу рукоприкладство и измены. Будь у меня хоть 10 детей, заберу всех и уйду. Когда в последний раз плакала? Осенью, в сентябре или в октябре. Почему в последний раз плакала? Семейные проблемы, скажем так. Поешь в душе? Да, не захожу в душ без колонки. Парень обязан платить за тебя или ты сама за себя платишь? Если это мой будущий муж, жених, то есть, то обязан. Если это же я в компании друзей, то нет. Если вдруг твой муж будет другой религии, примешь его веру? Нет, никогда не поменяю свою религию. Какой у тебя телефон? iPhone 11, купила его сама себе. У тебя есть машина? Да. Это подарок? Подарок отца. Свадьба – это важно или ненужная трата денег? Ну, для меня важно. Сколько бы ты хотела потратить на свадьбу? Сколько сможет себе позволить мой будущий супруг. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Абсолютно точно, да. Женская дружба существует? Существует, но мне пока не встречалось. Много у тебя друзей парней? Очень. Во сколько лет в первый раз попробовала алкоголь? В 15 на Новый год шампанское. Как часто пьешь алкоголь без родителей? Могу позволить себе бокал вина на мероприятии. Во сколько обычно приходишь домой? Я в Ташкенте не гуляю по вечерам, если только это не какое-либо мероприятие. Что умеешь готовить? Абсолютно все, кроме плова. Даешь деньги в долг? Давала. Но прекратила. У меня сейчас нет людей в жизни, которым бы понадобилось давать деньги в долг. Ты из богатой семьи? И состоятельной. У тебя была безответная любовь? Нет, никогда. Сможешь быть с мужчиной, у которого есть ребенок? Если только там нет, например, жены в живых, то я бы смогла принять. А если есть бывшая жена, то нет. Тебе нужен мужчина старше тебя, уже готовый, который способен обеспечить семью, или ты согласна быть с молодым и перспективным парнем, у которого ничего нет, ни квартиры, ни машины, только будущее? Если он такой, как мой отец в молодости, не имея ничего, но перспективный, то да. Ты настоящая в Инстаграм? Да. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? Это нельзя назвать комплексом, скорее желание, и я очень придирчива к себе. Когда изменю, все об этом узнают. Материшься? В очень узком кругу, когда меня выводят на какие-то эмоции. Часто врешь? Нет. Любовь самая важная или есть вещи поважнее? Семья самая важная. С милым раем в шалаше? Нет. Парень должен быть красивым? Не должен быть, но хотелось бы опрятного, приятного человека рядом. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? На 10. Имеет ли значение для тебя возраст парня? Да. Семья? Да. Ты единственная и неповторимая? Да. Связываешь свою судьбу с Узбекистаном? Будущее нет. Как можно познакомиться с тобой?
можно подойти ко мне, но вряд ли вы со мной познакомитесь. Если это парень, если это девушка, я всегда рада. Если парень напишет в директ, ты ему ответишь? Очень выборочно. Счастье любит тишину? Да. Инстаграм приносит тебе счастье? Да. Лайки и комментарии делают тебя несчастной? Нет, раньше делали, я очень близко все воспринимала, сейчас нет. Красота — это счастье? Скорее нет, чем да. Почему? Красивым больше требований. Все мужики — козлы? Нет. Сплетничаешь? Нет. Ты всех любишь или есть те, кого ты ненавидишь? Ненависть не испытываю никому абсолютно в этом мире. Есть те, с кем бы я не хотела общаться. Ты принцесса? Да.